Здравствуйте, здравствуйте, дорогие подписчики, случайные зрители, коллеги. Зимний вам привет. Да-да-да, зимний, вы не ошиблись никак. То, что весной и не пахнет. Как видите, у нас снова Харьков засыпает снегом. Идет обильный снег. Видимость очень плохая. Идет большой снег. Я так понимаю, зима только-только начинается. 20 марта было у нас минус 20 градусов мороза. Так что весна, можно сказать, состоялась. И сегодня 20 марта 2018 года, и Харьков снова завалило снегом. Thank you.
хочет зима уступать весне. Да, снег идет, ноги аж проваливаются. Вроде что и чучело зимнее спалили, но весна к нам так и не пришла. На улице, как вы видите, настоящая зима. Конечно, уже все уже люди устали от зимы, всем хочется весеннего тепла, солнышко. У всех, можно сказать, на душе хоть чуть-чуть, но уже весна. Ну, зима не хочет никак уходить с нашего города. В июне месяце у меня был видеосюжет, как осень лет обманула, когда обильная листва начала желтеть. Ну, а тут немножко схожий случай, но назовем его так, как зима весну обманула. Что ж, придется доставать снова санки, лыжи и наслаждаться зимой. Вот такая она весна 2018 года. Я считаю вообще, что наш город необходимо внести в книгу рекордов Гиннесса по количеству выпавших осадков. Видите, за последние 20 месяцев выпало рекордное количество снега, более метра. Город живет, развивается. Ну, конечно, мы ждем весны. Надеюсь, что это последний зимний сюжет наступивший в весеннем сезоне. Дорогие подписчики, напишите, пожалуйста, вот у кого-то где-то наступила весна. Поделитесь своими впечатлениями, поделитесь своим весенним настроением. Напишите, вот действительно где-то уже весна, тепло, солнце. Ну, от нашего канала хочется пожелать всем весеннего настроения, весенних впечатлений, весеннего тепла. Пусть навсегда уйдет зима, и пусть у всех будет на душе всегда-всегда весна. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, заходите к нам в гости. С вами был видеоканал Мэри Мирны. До свидания.